Здравствуйте. Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать». В студии ведущий Петр Горохов. И сегодня мы поговорим о такой важной и актуальной проблеме, как вывоз, сбор и утилизация мусора. Проблема эта в последние месяцы и даже в последние годы становится все более острой. Разговор о необходимости ее решать идет на всех уровнях, от федерального до муниципального. Ну и, конечно, сегодня вот мы постараемся в этой проблеме разобраться. И для того, чтобы поговорить на эту тему, мы пригласили очень компетентного и, безусловно, разбирающегося в этой теме человека. У нас сегодня в гостях Игорь Юрьевич Пикалов. Игорь Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Это генеральный директор управляющей компании «Региональный оператор». Той компании, которая, собственно, и будет в ближайшее время решать проблемы сбора, утилизации и вывоза мусора с территории нашего региона. Ну что ж, Игорь Юрьевич, огромное спасибо за то, что в вашем плотнейшем графике нашли время и посетили нашу студию. Ну и для начала расскажите нам в двух словах, что же такое управляющая компания «Региональный оператор», насколько далеко ее полномочия простираются, чем она будет заниматься, в двух словах историю вопроса, как она появилась вообще на нашем региональном уровне. Компания, управляющая компания «Региональный оператор» – это компания, которая является единоличным исполнительным органом у трех компаний. Это Каширский региональный оператор, Русский региональный оператор и Сергиев-Посадский региональный оператор, которые, в свою очередь, выиграли конкурсы по вывозу и обращению с отходами в трех кластерах Московской области. Это, если говорить о кластере русском, то это примерно 1 200 000 населения и 900 тысяч тонн отходов. Это тот объем, с которым нам предстоит работать. Идейным вдохновителем и источником компетенции, профессионализма явилась компания «РТ Инвест», которая так или иначе имеет отношение к этим компаниям. Компания «РТ Инвест» изначально родилась в Ростехе и начала свою деятельность с обращением отходов на территории Казани, где, так сказать, мы уже присутствуем в течение 5 лет. С 2015 года мы осуществляем государственный контракт на территории северо-запада Москвы. Поэтому нам эта тема знакома, мы эту тему знаем. У нас достаточно и компетенции, и ресурсов для того, чтобы с этой задачей справиться. Ну, я думаю, все наши телезрители знают, насколько остра сейчас проблема утилизации отходов на территории Московской области. Полигоны мусорные закрываются, мусоросжигающие заводы. Ближайшая перспектива – это 2021 год. Инициирована реформа. Реформа инициирована по обращению с отходами на федеральном уровне. Если можно, вот в нескольких словах о непосредственно об этой реформе, к чему мы в итоге должны прийти, какой путь нам предстоит пройти в этом направлении? Изначально сама идея реформы закладывалась в 89-м федеральном законе, который называется «Об отходах производства и потребления». То есть там заложены основы и экономические, и организационные самой этой реформы. Что касается Московской области, то эта реформа, так скажем, давно перезрела, потому что Московская область имеет такую особенность, собственно, это густонаселенный регион с большим количеством населения, с большой плотностью. И, конечно, с Москвой под боком. С Москвой под боком, которая тоже сюда же долгие годы отходы захоранивала именно на территории Московской области. Поэтому эта проблема здесь перезрела. И слава богу, что она решается, что именно 89-й закон наконец-то реализовался. Провели конкурсы, и что самое ключевое, которое является этой реформой, как бы зерном, да, первое, это появляется региональный оператор, он становится как бы ответственным за всю тему от начала до конца, он отвечает за сбор, за транспортирование, за обработку, за размещение на комплексах по обработке отходов этих так называемых хвостов, которые останутся после переработки. Это первая особенность. То есть теперь за всю эту тему отвечает одна организация. Вторая особенность – это то, что услуга по вывозу отходов стала не жилищной, а коммунальной. Принципиальное отличие от того, что любые коммунальные услуги, они регулируются тарифом. Это хорошо, почему? Потому что сейчас эта услуга становится общей, единой для всех. Это хорошо то, что мы, как региональный оператор, должны защитить свои затраты в тарифном органе, который нам этот тариф даст. Это обосновать, хорошо, да, обосновать, защитить и так далее. Это хорошо тем, что в этот тариф теперь есть возможность включать так называемую инвестиционную составляющую, на которой будут строить современные объекты.
Третий момент – это то, что сейчас эта услуга становится открытой. Мы становимся организацией коммунального комплекса, поэтому все, что связано с контролем организации коммунального комплекса, так же, как газ, электроэнергия, тепло, мы становимся прозрачными, мы становимся подконтрольными абсолютно, и мы обязаны всю информацию о своей деятельности так или иначе доносить и до власти, и до населения. Вот, пожалуй, вот эти особенности, которые эту реформу, ну, делают актуальной и нужной в этой теме. Игорь Юрьевич, ну вот, конечно, понятно, что изначально мы привыкли к какой схеме. Есть наша управляющая компания, мы выбросили там мусор из ведра, либо в мусоропровод, либо в контейнер у дома. Управляющая компания отвезла на полигон, и все, да, все ясно и понятно. Сейчас, я так понимаю, технологии эти будут несколько меняться, с учетом того, что еще и будет все больше становиться компонента этого раздельного сбора мусора, да. И, естественно, вот... Как одномоментно такую махину не провернуть. Да, что происходит, когда рубят с плеча, мы видим все по Челябинску. Вот буквально несколько дней назад там кризис самый настоящий разразился, и понятно, что там был нарушен принцип постепенности, наверное, в первую очередь. Да? Вот если можно, опишите ту технологию сбора, к которой мы придем, для того, чтобы человек реально понимал, что с этим мусором будет происходить теперь, когда вот, система несколько будет меняться со временем. Ну, первое, что, очевидно, почувствуют жители на себе. С 1 января 2019 года на территории Московской области должен внедряться раздельный сбор. Раздельный сбор будет внедряться по мере готовности соответствующей инфраструктуры. Прежде всего, управляющие компании должны подготовить контейнерные площадки, потому что количество контейнеров увеличится. Будут внедрены контейнеры под так называемые чистые отходы и грязные отходы. Чистые отходы – это, грубо говоря, упаковка. Грязные отходы – это все, что связано, так сказать, с органикой, с пищевкой, то, что разлагается, влажное, так сказать, и портит саму вот упаковку. Для чего это делается? Для того, чтобы в конечном итоге меньше отходов захоранивать и больше извлекать полезных фракций. Потому что вся технология, которую сейчас довольно амбициозно на нас нагрузило правительство Московской области, она заключается в том числе, чтобы мы занимались глубокой переработкой. То есть и обеспечили не только раздельный сбор на контейнерных площадках, но еще раздельный вывоз, раздельную сортировку и потом компостирование, чтобы те хвосты, которые будут размещаться, как говорится, на площадках размещения, они не имели к тенденции к гниению, к разложению, чтобы из них была убрана вот эта вот пищевая органическая фракция. Ну, то есть перед вами поставлена задача прийти к европейскому уровню, там, когда 95% отходов перерабатывается и только 5% захораниваются. Насколько это вообще, насколько это реально в наших условиях? Понимаете, в чем дело? Конечно, и мы могли бы довести этот процент до 95%, хотя сейчас нам ставят цель 20%. Я хочу обратить ваше внимание, что это не самоцель. Допустим, в каждых странах эту проблему решали по-разному. Но, например, в Японии, которая небольшая страна, которая борется за свое существование с точки зрения площади, они за счет отходов, не считаясь ни с какими затратами, у моря отвоевывают территорию. А сколько это... японцы платят за вывоз мусора? Ну, уж точно, если там, я не знаю, там курс иена, но это сопоставимо там $1000. 500, 700, $1000. Если у нас... Я представляю, что будет, если нашему человеку придет платежка там, 50 тысяч в месяц за вывоз мусора. Ну что, это просто... Мы должны это найти вот эту золотую середину. Да. Если, например, взять там Швецию, то Швеция сделала упор на сжигание отходов. И там дошло до того, что своего мусора не хватает, они завозят с сопредельных территорий. Чтобы загрузить мощности. Конечно. Да? Есть там Канада, например, которая сейчас понимает о том, что... Есть некий перекос, и чтобы эта тема жила как бы своей жизнью, необходимо, чтобы в ней была как бы экономическая целесообразность. Ну, то есть нам надо с одной стороны сохранить экологию, с другой стороны не перегрузить жителей дополнительными расходами, чтобы этот тариф был подъемным для них. И это тоже, поэтому вот, с моей точки зрения идеальной картиной является как бы такая
триединство, да, то есть экономическая целесообразность, необходимость и на базе экологической безопасности. Вот на этом как где-то балансе мы, если это будет необходимо там 20% отбирать этой фракции, значит будем 20, 15, значит будем 15. Необходимо все, что мы отобрали, реализовать, чтобы была потребность промышленности, да, от банальной, там, я не знаю, садовой утвари до потребности у дорожников, у строителей забирать это вторсырье. Если нам это удастся сделать, то как бы рынок сам найдет как бы этот баланс необходимости и достаточности. В огромном количестве, я помню, лежали шины, покрышки, да, сейчас из них делают крошку для покрытия детских площадок, и сразу появился стимул эти покрышки собирать и перерабатывать. Отличный, да? Пример. И именно тот пример, когда показывает, что, как говорится, тема, что называется, полетела. Как не только... переработка ради переработки. Конечно, как себя, только, да? Рынок нащупал потребность, как только стала необходимость на это, этой крошки, сразу как бы шины нашли свое место. А то есть это одна из ваших задач, да? Это одна из наших задач, чтобы как крупный игрок на этом рынке заниматься не только, так сказать, вывозом и размещением отходов, но и запустить процесс переработки. И у нас специалисты из Ростеха создают такую экспериментальную площадку на базе МПК «Коломенский», где мы как бы будем самые лучшие технологии брать мировые и по стеклу, и по металлу, и по пластику, и по стройке, и будем как бы это все вовлекать. Плюс необходимы соответствующие нормативные изменения, плюс необходимы экономические стимулы. Я думаю, у нас достаточно будет как бы и административного ресурса, и как бы нашего авторитетного мнения для того, чтобы эту систему запустить. Ну, я думаю, что одна из основных опасений жителей – это вопрос о том, не вырастет ли стоимость вывоза мусора для там конкретного домохозяйства, для конкретной квартиры. Несколько дней назад у нас в Одинцовском районе проходил для председателей советов многоквартирных домов семинар. На нем присутствовали сотрудники вашего предприятия, и прозвучало там много вопросов, да, в том числе… Чаще всего звучал вопрос о том, что не вырастут ли тарифы. Слухи ходят такие, что тарифы вырастут на вывоз мусора чуть ли не в два раза. Вы это подтвердите, опровергните или как? Вопрос непростой. Смотрите, значит, попытаюсь сейчас объяснить. Что сейчас происходит? Сейчас услуга за вывоз отходов таким хитрым, непростым способом зашита в строчку в квитанции под названием «Содержанием жилого фонда». Вот первая непрозрачная. Она совершенно непрозрачная. Поэтому самая основная задача, и я знаю, администрация областная и вместе с муниципалитетами занимается этой проблемой, чтобы эти деньги из этой строчки достать и действительно заплатить за отход. Это первое, что надо делать. Теперь давайте конкретно разберем пример. Цифры весьма условные, но они красноречивые. Вот квитанция там за однокомнатную квартиру около 5000 рублей за месяц. В среднем по Московской области услуга сейчас стоит примерно 5 рублей с квадратного метра. Умножаем на 50 метров однокомнатной квартиры. 250 рублей. То есть в 5000 сейчас 250 рублей – это стоимость услуги за вывоз отходов. Сейчас немножко тариф поменяется. Сейчас норматив, который увидят в квитанции люди, вот этот вот тариф, он будет составлять 0,147 кубических метров отходов с одного метра. Вот эти 0,147 умножаем на 50, а потом это годовое делим на 12 и умножаем на тариф, который практически сейчас принят, 800 рублей. Это будет примерно составлять, если одно на другое умножите, где-то порядка 350-370 рублей. Значит, от 250 до 370 рост составляет около 40%. Но и это еще не все. Дело вот в чем. Рост жилищной услуги каждый год ограничивается неким предельным индексом. Это федеральное требование, выше которого стоимость за жилищные и коммунальные услуги подняться не может. Поэтому по-любому 5000 рублей в течение года вырастет на эти пресловутые 5-6%. Так вот, я практически уверен, что рост отходов как раз уложится в эти 5-6%. Просто задача регулирующего органа, чтобы
что называется, в этом году дать старт реформе ТБО, немножко попридержав газ, электроэнергии, тепло, и удержаться в этом предельном индексе. Поэтому я даже не исключаю, что да, рост будет на вывоз отходов, но с точки зрения единой квитанции мы удержимся в тех 5-6%, которые каждый год увеличивается стоимость жилищно-коммунальной услуги. Вот я думаю, что проблема здесь возникла именно из-за того, что жители не представляют реальную стоимость вывоза отходов. И, например, может быть, они считали, что сейчас они платят полторы в этих пяти, будет три. Да. То есть понятно, что если они платили там 5, а будут платить 5-100, и плюс будет гарантия, что эти деньги пойдут именно на переработку и вывоз мусора, я думаю, что большинство вопросов у жителей будет снято. И хотелось бы вот еще, чтобы вы в двух словах сказали о том, что сейчас проводится эксперимент, я знаю, когда жители получают от Мосэнергосбыта квитанции с уже включенным туда тарифом на вывоз мусора. Что это такое, насколько это обязательно, и это как начало некой схемы. Вы сами сказали, оплаты. Что это эксперимент, это попытка вот именно посмотреть, как люди будут воспринимать это как отдельной строкой. Что касается того, что будет с января месяца, то вывоз отходов появится отдельной конкретной строкой в квитанции. У жителей появится возможность, и мы сейчас такие возможности прорабатываем, либо эти денежные средства собирать через квитанцию Мосэнергосбыта. Может быть, это будет система РКЦ. И даже есть возможность по законодательству, если это людям удобно, непосредственно заключать в наших колл-центрах договоры на вывозы отходов. Поэтому любые, как говорится, возможные варианты, чтобы просто людям было удобно, понятно и не слишком затратно, мы прорабатываем. И в том числе в этой конвее был вот этот эксперимент, который сейчас реализуется на уровне 13 тысяч квитанций ежемесячно. И, на мой взгляд, неплохо реализуется. Посмотрим. Может быть, мы продолжим, в этом направлении. Игорь Юрьевич, я так понимаю, что вы сторонник не революционного, а эволюционного подхода, То есть, наверное, не стоит ждать, что 1 января 2019 года, сразу у всех подъездов появится два контейнера, по два контейнера у каждого подъезда по раздельному сбору мусора, что, наверное, все-таки это будет некий такой постепенный, процесс. Но если управляющие компании готовы, если они обеспечат установку на контейнерных площадках необходимого числа контейнеров, то мы по-любому установим эти контейнеры для раздельного сбора. Другое дело, чего я не ожидаю, я чудес не бывает. И людей здесь упрекать, наверное, было бы неправильно. Есть некие стереотипы, есть некие привычки, но есть, в конце концов, мусоропроводы у нас в домах, которые не позволяют сортировать, потому что и все это сваливается в единый мусоропровод. Много если. Но потихоньку, я считаю, мы правильное стратегическое направление выбрали и будем по нему двигаться. И сами будем подстраиваться под людей, и люди будут немножко по-другому относиться к этой теме. И здесь воспитательные какие-то мероприятия. И будем рассказывать. Моя идеальная цель в конечном итоге — сделать так, чтобы управляющие компании даже зарабатывали на этом. Потому что если они обеспечат качественный сбор раздельных отходов, то мы должны по-хорошему у них эти отходы покупать, потому что это сырье. Если так они это уже будет, получают некую добавленную стоимость. Это очень сложно сделать, потому что если случится так, что все будут стараться, а кто-то возьмет и бросит в этот раздельный разбитую бутылку кефира, то все это надо вывозить как отходы и сортировать заново. То есть перспективы, они есть. Надо над ними работать и работать совместно. И это не только задача нас, как возчиков, но это задача и управляющей компании, и администрации, и областного руководства с точки зрения, и даже федерального, с точки зрения создания отрасли и принятия на федеральном уровне стимулов. И школы, которая будет воспитывать детей с точки зрения нормального, человеческого, цивилизованного отношения к отходам. Что называется, всем миром. Честно говоря, Игорь Ильич, поделись своими наблюдениями, что запрос в обществе на раздельный сбор, он вообще есть. Я просто вижу, с каким удовольствием люди выкидывают, когда есть возможность, батарейки, специально отведенные места, ртутные лампы, когда есть это специально
специально отведенное место, когда оно доступно. И если, скажем, на улице урна стоит через каждые там, 10-15 метров, то человек никогда не кинет мусор на землю. Он всегда ее донесет до урны. Только если в обозримой перспективе на 100-200 метров урны нет, он кинет себе под ноги. То есть все равно люди хотят жить по-человечески и собирать мусор тоже по-человечески. Вы знаете, когда вы это говорили, я, знаете, о чем подумал? Это как соблюдение правил дорожного движения. Вот всем нам доставляет удовольствие ехать по правилам, когда дороги свободные, работают светофоры, мы все соблюдаем эти правила дорожного движения. Ну, как если на дорогах заторы, нет-нет, да у кого-то нервы не выдержат. Поэтому наша задача вот организовать это самое дорожное движение, чтобы было очень всем комфортно, понятно, чтобы все удовольствие получали от раздельного сбора, чтобы люди понимали, за что они платят, что они понимали, что будет сделано из этой бутылочки, и чтобы это сделано, то, что сделано, будет на полках магазина лежать. И вот когда эта система заработает, тогда будет действительно, все будут получать от этого удовольствие. Это мое мнение. Несколько вопросов также прозвучало, вот на том же семинаре, опять вернусь к нему. Один из них, что делать домам, у которых нет контейнерных площадок, потому что на первом этапе, я так понимаю, вывоз возможен только с контейнерных площадок, да, есть дома с мусоропроводами и с мусоросборными камерами. Плюс, естественно, вопрос возник с крупногабаритным мусором. Кто будет оплачивать его вывоз? Как быть со сбросом строительного мусора, который ремонтирующиеся квартиры, бывает, кидают в эти же контейнеры? Да, вот здесь, насколько эта ситуация сложна, как вы собираетесь здесь решать? Много вы задали вопросов. Если что-то забуду, вы мне напомните. Хорошо. Давайте по порядку. Значит, что касается строительных отходов. Строительные отходы – это не отходы ТКО, и мы не обязаны их выводить за те деньги, которые платят люди в квитанции. Это коммерческая совершенно тема. Кто эти мусор, отходы эти генерит, тот и должен заказывать их вывоз и отдельно оплачивать. Это и сейчас такая же система. И сейчас также просто управляющие компании должны за этим следить. Также они должны следить за то, чтобы в контейнеры за вывоз ТКО не попадал тот же самый смет или спил, который управляющий компания осуществляет по осени, да, или листья, которые они собирают. Это тоже не отходы, это тоже должно вывозиться по-отдельному. Почему это принципиально? Да потому что то место в контейнерах, которое займет этот смет и листья, это вообще принадлежит место гражданам. И они обязаны оно туда... Оно оплаченное место. Это как место на парковке, когда кто-то занимает его, да. Теперь, что касается необходимости, управляющие компании должны обеспечить, это по нормативам у квартирного жилого фонда, должны быть контейнерные площадки. И кроме того, должны быть места для установки бункера для ТКО. Вывозить будем, конечно, мы. Но мы в то же время придерживаемся такого принципа, что если эта услуга оплачена, если услуга оказана, то она должна быть и оплачена. Поэтому мы, конечно, будем твердо придерживаться этого принципа. А с управляющей компанией мы, конечно, будем требовать, так же, как и они будут требовать от нас исполнения своих обязательств. А КГМ? Крупногабаритный мусор? Так крупногабаритный называемый. Мусор тоже находится, вот когда мы с вами считали квитанцию, вот в этих 0, там 47, там чего-то, есть какая-то копеечка и за КГМ. Вывоз КГМ. Другое дело то, что мы должны понимать, что вот этот бункер, который большой, так называемая лодочка, который подразумевает сбор крупногабаритных отходов. Восьмикубовых. Туда не надо бросать пищевые отходы. Почему? Потому что эта лодочка вывозится не так часто, как каждый день вывозится контейнер. Это создает дополнительные неудобства, запахи. Она увозится тогда, когда она накапливается. Вот. Поскольку подразумевается, что там лежат совсем другие, не пищевые не отходы. Не портящиеся отходы. И поэтому в этом плане, конечно, надо эти правила соблюдать. Еще один вопрос, который звучал, опять же, на том же семинаре, который задавали председатели советов многоквартирных домов, это вопрос о том, как будет оплачиваться эта услуга, и прозвучало название ЕРЦ. Если будет через ЕРЦ, то это значит, будет накручиваться дополнительный процент, и вообще, как бы, любые дополнительные действия вот, по выставлению этого тарифа, они могут вызвать удорожание, пусть незначительное, но для людей это вопрос. Мы отчасти этот вопрос с вами затронули. Сейчас большей частью так и происходит через ЕРЦ. Но в чем будет разница? Мы с вами говорили, что услуга коммунальная, она должна защищаться в тарифном органе. Когда мы приходим в тарифный орган и показываем услугу, где зашиты услуги РКЦ, если тарифный орган посчитает, что это много, как бы оно в плане вызвать на это согласительную комиссию ЕРЦ и сказать: ребята, вы
кажется, будьте скромнее, да, и, как сказать, эту цену немножко урезонить. Я вам говорил о том, что, в принципе, у жителей есть возможность оплачивать как через квитанцию, например, энергосбытовых компаний. Мы можем с ними договориться, уверен, нам никто не откажет. То есть вы попробуйте, наверное, несколько путей, несколько вариантов попробуем, да? И напрямую могут люди оплачивать. Поэтому будем вот искать вот эту удобную, компромиссную некую форму. Но, как бы, если РКЦ оказывает услугу, согласитесь, что, как бы, она должна немножко оплачиваться. Ну, именно что немножко, да? Немножко, да, немножко. Вопрос о несанкционированных свалках. Будет ли региональный оператор участвовать в решении этого тоже архи важного вопроса? Однозначно, однозначно. Мы немножко этой проблемы побаиваемся, потому что масштаб, как говорится, бедствия до сих пор никто не понимает. Вот. Но мы обязаны будем с января месяца вывозить эти несанкционированные свалки. Другое дело то, что это не будет благотворительностью с нашей стороны. Вот. Примерно механизм следующий. Примерно. Если где-то обнаруживается несанкционированная свалка, то идет запрос в адрес регионального оператора, который должен эту свалку за какое-то определенное нормативное время вывести. Запрос дает муниципалитет или простой житель? Нет, уважать? Муниципалитет – это, как правило, все-таки тема дорогостоящая. И, как бы, если там действительно кто-то бросил кулек с мусором, то и у нас будет система ОСУ отходы. Может любой житель прислать фотографию, мы немедленно отреагируем. Если эта тема довольно глобальная, там, да, стоит значительных усилий, средств и денег, то это через органы местного самоуправления. Мы со своей стороны вместе с органами местного самоуправления ищем, кто собственник этого земельного участка. И в качестве регресса предъявляем свои расходы по вывозу этой свалки. То есть вы вывезли? Мы вывезли и предъявили, да, свои расходы собственнику земельного участка, который как собственник обязан содержать его в чистоте и порядке. Ну и вот еще у меня такой вопрос, это лично уже он возник у меня во время нашего с вами разговора, да, большое количество задач, которые предстоит решать региональному оператору, задачи сложные, непростые, завязаны на интересы и людей, и организаций, причем не самых простых, да, насколько вообще велики ваши полномочия, насколько велики у вас возможности заставить их действовать в рамках существующего законодательства и так далее, потому что я понимаю, что будет и противодействие. В этом плане мы представляем, как бы, некие, как бы, услугу, мы представляем интересы населения. Ну, конечно, все заинтересованы в том, вот, чтобы не было свалок. Я просто простой пример вам приведу. Да? Есть коммерческие организации, которые находятся в жилом фонде. Очень часто модно было под, так сказать, под шумок свои отходы, которые там от магазинчика, от парикмахерской, присоседивать в контейнерные площадки жилого фонда. Что замечу? Неправильно. Да? Контейнер оплачен населением. Так вот, конечно, против таких мы будем бороться. Требуют заключения договора. Сейчас есть нормативы, они рассчитаны и на парикмахерскую, даже на кинотеатр, даже на кладбище. Все должны платить. Поэтому по этим нормативам будут заключаться договоры и, как говорится, как в том фильме, будьте любезны заплатить нам за услугу. Ну, я так понимаю, что жесткость – это оправданная, потому что без нее, наверное, порядок мы не наведем. Игорь Юрьевич, ну и вот вначале мы сказали о том, что 2021 год – это перспектива ввода в строй первых мусоросжигающих заводов. Хотелось бы в нескольких словах, чтобы вы сказали, где они будут расположены, поблизости вот от Одинцовского района, будут ли они расположены, и вообще какая у них перспектива, насколько это безопасное, чистое, ну, скажем так, дело. У вас в русском районе… У вас, нет, у нас Одинцовский район, в русском кластере, да. У вас в Могутово строится мусоросжигательный завод. Таких заводов на территории Московской области будет 4. Вообще РТ занимается давно этой проблемой, и мы довольно хорошо ее изучили. Удовольствие это не дешевое, это прямо скажем, но в то же время необходимое. Ну, где необходимое? Да? Но оно необходимое в каком плане? То есть мое мнение с точки зрения Москва, Московская область, есть еще ряд регионов, которые просто в этом нуждаются. Например, курорты Северного Кавказа, Сочи, Крым, где просто есть дефицит земельных участков, где большая плотность населения. Найти под мусороперерабатывающий комплекс земельный участок 50 гектаров, да еще с санитарной защитной зоной в километр, это слишком такая роскошь. Поэтому необходимо строить мусоросжигательные заводы. Строятся они по японской технологии Hitachi. Да? То есть это фирма, которая построила больше 400 заводов, так сказать, в мире. Нет нужды говорить, что заводы стоят в Вене, в Париже, что они абсолютно экологически чистые, если их
правильно эксплуатировать, если правильно применять технологии, что мы со своей стороны гарантируем. Но другого выхода мы же не можем. Вот, например, полигон, там, который мы строим в Сергиев в Посаде, срок жизни 10 лет, да, в Коломне 7 лет. То есть все этих, у всех этих предприятий ограниченный срок. И что мы будем делать потом? А рекультивация длится десятилетиями. Ну, да, понимаете, в чем дело? Мы это все рекультивируем, посадим там деревья, но очень ограниченная возможность по использованию. Не везде же будут, так сказать, горочки для катания на лыжах. Это все равно выведены из оборота сельхоз там, или земельные участки. На поколение. Поэтому другого выбора, кроме как строительства современных, безопасных мусоросжигательных заводов, у Московской области просто я не вижу. Ну что ж, Игорь Юрьевич, желаю вам удачи. Дело большое, дело важное, нужное. И, конечно, я понимаю, что дело, поскольку оно новое, да, оно вызывает некую настороженность, и вам еще и с этой точки зрения, наверное, не всегда бывает легко. Но я вам желаю, чтобы вы достигли тех целей, которые перед вами стоят, и сделали Московскую область чистой, регионом без мусора. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи был Игорь Юрьевич Пикалов, генеральный директор управляющей компании «Региональный оператор». На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ.